Друзья, всем привет! С вами Федерация шахмат Москвы, и у нас сегодня эксклюзивный выпуск. Просто шикарнейшее интервью, потому что сегодня к нам пришла такая женщина, и я думаю, что если я буду перечислять все ее регалии, то интервью затянется часа на два. И сегодня у нас в гостях Валентина Гунина, заслуженный мастер спорта, международный гроссмейстер. Так, теперь мне нужно вчитаться в свою бумажку, чтобы вспомнить хотя бы, ну, такой минимальный набор ее заслуг. Итак, трехкратная чемпионка Европы, трехкратная победительница Всемирной шахматной олимпиады в составе сборной России и еще два раза победила в онлайн-олимпиаде. Победительница командного чемпионата мира, многократная чемпионка Европы в составе сборной России. Также Валентина у нас побеждала целых 5 раз в чемпионатах России, и это прям, я думаю, очень классное достижение. Ну и, конечно же, я думаю, все мы знаем, какая Валя у нас прям боевая спортсменка, и мы очень рады видеть ее у нас в гостях. Теперь, Валя, можно смеяться, давай. Привет. Я думаю, что мы действительно очень хотели давно тебя увидеть здесь. В этой студии побывали многие известные и классные шахматисты, но такой женщины у нас еще не было. Такой классной еще не было. Вот, Валь, расскажи, как твои дела сейчас, как настроение? Ну, раз я здесь, значит, я уже встала с кровати. Уже классно. На самом деле, вроде как получше, но так временами тяжеловато, но играть пока не могу. Да, то есть я могу тренироваться, и сейчас от федерации будет сбор 25 ноября на недельку. Я, кстати, очень долго раздумывала, ну как раздумывала, долго. Вот, надо было как бы подтвердить участие, и доктор команды сказала, что будет там, поэтому я такая, да, я буду под присмотром. Вот, и потом сразу же практически там через неделю будут личные сборы. Личные просто легче, потому что, понятно, да, там свой тренер. На командном будет тяжелее, вот, но так как доктор. Вот, и я как бы типа делаю вид, что я готовлюсь к чемпионату мира по быстрым блицу, если еще нас пустят, кстати. Нас пустят. Ура, да. А ты еще знаешь, где будет? Спойлеры мы обязательно вырежем из этого интервью. Ну, я думаю, что о планах, да, то есть мы еще поговорим, наверное, чуть позднее. Я думаю, что любой шахматист, который, особенно в Москве, начинает свой путь в самом детстве, знает прекрасно, кто такая Валентина Гунина. Все знают, кто такая Валентина Гунина. Поставьте лайки, если вы знаете, кто у нас сегодня в гостях. Конечно же, я думаю, что на твоих партиях учились многие, особенно где занести фигуру, например, да, то есть как бы это уже такое, знаешь, клише, да, вот уже такое все очень банальное, Валя у нас жертвует, нет, Валя отлично играет в позиционном сухом стиле, это мы тоже можем подтвердить, но я думаю, что нашим зрителям было бы все равно интересно послушать вообще, как начинался твой шахматный путь. Конечно, я думаю, тебе этот вопрос задавали много раз, поэтому мы наверняка как-то это все сократим. Просто расскажи, как ты пришла в шахматы, почему ты поняла, что это вот доска, эти фигуры, это то, что ты любишь по-настоящему, и почему ты до сих пор еще в шахматах? Да я как бы и не сильно это понимала. Мне было 5, когда меня начал папа играть. Папа, кстати, преподаватель высшей математики, но у меня с математикой. Ага. Да. Вот, как бы. И у меня дедушка играл, папа. Папа, и вроде мама говорит, и что, и мамин тоже играл. Вот, ну, у нас там такая интересная история. У нас даже и полярник вроде как есть в роду. Вот, ну как бы я с Мурманска, вот, а дедушка из Подархангельска, то есть он там с, как это называется, Поморы. Вот, ну, в общем, там интересная история. Вот, и папа начал играть, мне было вроде 5. Да, я начала уже самое прикольное, я начала записывать нотацию, а чтобы читать научиться, мне, знаешь, сколько усилий надо было? И, короче, я начала читать всем, я рассказываю всем эту историю, это просто нонсенс история, понимаешь? Когда, значит, бабушка, значит, билась-билась, такая, типа, ну все, блин, не может ребенок научиться читать. Мы с мамой пошли, значит, гулять вечером возле садика, и там на заборе было написано слово «Ж». Такое, да, же просто. И когда ребенок прочитал наконец-то это слово, он такой, да! Это победа.
Вот, ну как бы, да, вот, вот такая история. А брат у меня на 3 года старше, и поэтому я все время как бы за ним тянулась, вот, и как-то так получилось. Но, слушай, чтобы ребенка, да, заставить играть, так еще ж тогда ничего такого не было, никаких вот этих вот программ, да, там, как бы я сейчас вижу, там, типа, там, такие монетки, да, и типа ладья такая, так, все сожрала. Ну, как в Марио, да? Ага. Типа. Но это, естественно, добавляет там... Ну, вовлеченность. Да, вовлеченность, да, интересы. То есть, как бы там всякие там, как прыгает конь там. У меня там как бы как прыгает конь, буквы Г. А там как бы там всякие там дракончики там. Я видела какие-то там курсы для начинающих, очень интересно. Сейчас Дорофеева какие-то, да, книжки интересные пишет. Ну, шахматная ладога. Вот. И потом как бы много всего интересного. Вот, и Барский тоже я тоже видела. Я даже маме покупала какие-то такие книги, чтобы как для решения. А мама сама? Она немного понимает, она смотрит все онлайны, да, она такая, типа, все, вовлеченность, не только женский, то есть ей все нравится, вот. Но она самая нормальная, значит, с ней, то есть она такая приземленная. Она, понимаешь, такая самая, ну, как бы, папа, я же сказала, папа преподаватель высшей математики. Там то все там, понятно. Там все хорошо, папа там как бы, да. Вот, потом идет брат, потом, да, ты видишь, да, по смеху, потом я. Вот, а мама самая нормальная, поэтому, как бы, у нас все хорошо. Ну, и потом, как бы, я поступила в РГСУ. Ничего себе, подожди, мы такой отрезочек с тобой проскочили. Ну вот смотри, да? Ты же сказала кратко. Ну смотри, получается, ты начала играть, ты пошла к кому-то заниматься, видимо. К папе. К папе, то есть ты первые годы своей шахматной жизни занималась с отцом. Папа получил корочку тренера, то есть он сам еще играл, да, то есть у него, кстати, очень хороший такой... В какую силу был? Кандидат. Такой очень крепкий кандидат мастера, да? Ну то есть от первого до кандидата, да, он. Хорошо понимает, вот, и потом, ну, он в клубе преподавал, вот, и вместе с другим тренером, вот, и как-то так у нас все хорошо получалось. У папы, что самое главное, вот сейчас я смотрю на нынешних детишек, у него все было хорошо с дисциплиной, там как бы, а он еще, как знаешь, еще самая фишка в том, что тогда еще это все начиналось, да, то есть я уже сказала там про Марио, туда-сюда. Вот, у меня и брат шарит в компьютерах, и папа. Папа сейчас там делает какие-то там компьютерные программы для фигуристок. Я не спрашиваю, как бы, я там в этом, как бы, я там знаю, как включать компьютеры. Да-да-да, я молодец. Вот, и тогда еще всяких компьютерных классов, вот, ну, как бы, с этими игрушками еще тогда только-только и начиналось, это все было как бы и дорого, и не все могли себе позволить, вот, и как бы папа там, типа, вот ты сейчас решаешь задачку, а потом ты пойдешь играть там в Дэнди там или там еще что-то такое, вот, поэтому. А потом появились программы там, типа, сыграй как чемпион мира, там всякие разные, вот, и я там все решала, решала. Потом... книги Дворецкого мы с братом изучали. Мои любимые, кстати. Вот. Интересно, да. Интересно. Вот, и я потом, слушай, я прорешала там несколько десятков тысяч там всяких разных там этюдов, да, почему, как бы, мне еще нравится там находить изюминки в шахматах, потому что, как бы, воображение развито. Поэтому вот так. Так, ну вот, значит, получается, ты начала заниматься, ты начала... заниматься достаточно все же усиленно, да, то есть при этом ты просто ходил в школу, как обычный ребенок, да, а было ли параллельно еще какое-то хобби в детстве? Ну, как ты уже сказала, в Википедии было написано, что я увлекаюсь настольным теннисом, да, у папы стоял в клубе настольный теннис, еще турник, типа. Все у нас было, все правильно, да. У нас все было правильно. Я, кстати, так и не могу не подтягиваться ни разу. Ну, мы, наверное, висели, да, на нем нормально. Да, да, да. Не, у нас игра была, сколько-то, кто больше провисит. Провисит, да? Вот, и у папы все было правильно, там, типа, посидел за доской, встал, там, типа, надо же размять одно место. Вот, поэтому... Самое, которое было написано. Да, на заборе, да. Вот, и самое прикольное, значит, я до сих пор умею это делать, это вот надо было ракеткой, да, настукивать, сколько ты раз можешь настукивать, и это типа координировало там, туда-сюда там развивало маленькую Валю, ну, в общем, так интересно было. И к нам еще приходили потом
ребята, ну как ребята, блин, сколько у меня было, блин, все маленькая была. Денис Евсеев к нам приходил, mm-hmm. потом все, кто были, вот, ну уже кто у нас? Ну, в общем, кто-то у нас уехал, так. Вот. У меня иногда пропадают. Ничего, слова, мы сейчас, да, все, да, восполним. Мы сейчас все восполним. Вот, и потом они приезжали к нам в клуб, да, то есть мы играли там, потом как раз был вот матч Иванчук с Пономаревым. И маленькая я смотрела потом с комментариями наших гроссмейстеров. Рустемов. Вот. Угу. Я молодец. И такая лампочка должна быть. Да-да-да. Надеюсь, наш технический директор подрисует. Да-да-да. И надеюсь, что на меня не обидится. Ну, ты кто? Вот, но он уехал, ему, блин, сколько ему было? Он был 16, он рассказывал. Ну, как бы там очень многие из наших, вот, феоктистов, ну, ты, наверное, знаешь, они просто учились в физкультурном. Вот, и Киселёв у нас был, ну, то есть они остались потом, а учились, потом переехали, два феоктиста Киселёв, вот, они сейчас, Киселёв продолжает тренировать, очень хорошие тренера, да, с такими вот, как бы, позиционным настроем, так скажем. Но, к сожалению, у нас это разные школы, да, у меня была областная, а у них городская, это как всегда, там, типа, разные, там, бла-бла-бла, в общем, там. И получалось, что я не могу заниматься с гроссмейстерами, да, потому что, во-первых, это дорого, да, и получается школы разные, то есть там, в общем, тусовки у них там разные. Да, вот, поэтому я занималась только с папой, потом мой любимый Сергей Моисеевич Яновский, вот, он проводил школу, то есть там мы занимались, у нас была возможность, когда ты выезжаешь на чемпионате мира, да, ты занимался там в одной комнате, ты показывал партии, да, там смотрел другие партии, как раз и Ян был, и Женя Томашевский, то есть там, как можно было посмотреть, то есть я слушала там Женю, помню, с таким, вау. Такая кнопка, знаешь, под столом такая сидит. Вот, и, к сожалению, да, Белавинс от нас ушла в этом году, да, в том, совершенно недавно, да, от ковида, вот, Людмила Сергеевна, и, мне кажется, она всех-всех... с кем пересекалась, да, когда были маленькие, мне кажется, она меня помнила таким, знаешь, такая маленькая, десятилетняя, Валя, такой сморчок, у меня был еще такой зеленый мишка. Мне кажется, когда я ее потом встречала, да, уже в более взрослом возрасте, мне кажется, она такая смотрит, такой... И видит, да, все равно эту Валю маленькую. Вот, и у них были вот эти вовлеченности, да, в... Там, два раза в год они проводили сборы, потом вот Сергей Моисеевич с нами занимался, показывал, как заниматься, папе показывал, да, как там, как бы материал искать и прочее, поэтому, как бы, блин, это такая школа была, очень крутая. Вот. Ну, конечно, хотелось бы больше, но в регионах, как бы, сейчас очень большая проблема, что финансов не хватает, но это как всегда. Как бы я когда приезжаю в Мурманск, блин, ребят, ну хоть куда-нибудь. Ну, чего-нибудь, да. То есть они там проводят, у них там были как бы... и день города вроде еще остался, к нам норвежцы приезжали, там же у нас 7 часов до границы на машине. Вот. И мы к ним ездили, они к нам. И сейчас они вроде с Голландии стали делать. Тоже вот этот обмен, потом они еще дети там в Париж ездили. Но все равно, как бы, знаешь, один раз в год это все равно мало. То есть меня часто спрашивают, типа, почему ты гроссмейстера выполнила там только в 21? Ну, блин, потому что я никуда не ездила. Тот же Москва Open, блин, чтобы доехать из Мурманска в то время. А когда ты переехала в Москву? Мне было 18. Я еще училась семестр у себя, да, то есть потом мне стало 18, я свалила. Такая, да. Теперь я взрослая, могу делать, что хочу. Блин, дорогу пожрать. Мама спрашивает всегда, чтобы выйти куда-то. Да. Ну, то есть, получается, вот эта вот вся твоя, ну, получается, детская, юношеская жизнь, она прошла именно в Мурманске, ты увлекалась максимально шахматами, то есть там, наверное, за плечами были тоже там победы в детских разных первенствах, чемпионаты России, Европы, мира, вот это вот все, и потом начинается наша взрослая жизнь. Да, потому что, да, взрослая жизнь, конечно, это вот... Как давно это было? Как же хочется кушать. Первый курс это было, как я хочу домой, еще как хочется кушать. Вот. И... То есть я там была спортсменом на ставке в Мурманске, да, и там в то время еще не разрешалось быть на двух ставках.
Ну, какая-то все равно поддержка, да, от города была. Да, от Мурманска была, да, то есть как бы... Вот. Я не скажу, что там вообще ничего не было, то есть они старались, как бы. Ну, понятно, что, блин, ну, в регионах это совсем тяжело. Но самое, что печально, знаешь, блин, когда я приезжаю домой, смотрю, там еще как бы вид такой есть, в нескольких ракурсах, ну, потому что Мурманск на сопках, то есть там было с разных сторон видно. И вот, и печально, что здания очень много старые, то есть есть современные, да, они перемещаются с такими. То есть самое, что печально, потому что это город-герой и город-порт. То есть, как бы, ну, блин, такой типа, вау, крутой город, и мало, мало всего, так скажем. Ну, это я так, это типа, давайте, давайте, финансируем. Мы обязательно всего, отправим данное интервью в администрацию и мэрию города Мурманска, так что... Это я всегда говорю в том плане, чтобы как бы больше, больше, хотелось больше видеть и мурманских ребят, да, чтобы больше выезжали куда-то, больше, больше всего было. А может, стоит приехать в Мурманск и провести турнир? Слушай, я попроводила, мы сделали с братом турнир мини. Вот, он пока там работал, потом он переехал ко мне, я чуть попозже расскажу. Вот, и мы проводили два раза, что ли, а потом за ковида все остановилось. Вот, для начинающих был турнир, слушай, там пришло чуть-чуть, не буду врать, но очень много народу пришло. Вот, мы закупили там тетрадки для начинающих, ну, такие вот интересные вещи, то есть, как бы, брат там был судьей, это все было в центральном клубе, то есть, нам дали помещение, то есть, вообще все очень здорово было, вот, и, как бы, потом детки подходили, ну, и родители, типа, вау, это было круто, вот, я смотрю, такая, блин, дети, начинающие, как вас много, ой, это было очень прикольно. Вот, я там, пока брат работал, проводила там сеансы, потом мастер-классы, да, то есть там, такой, то есть я старалась хоть как-то, чтобы это было, вот. То есть мы можем четко так сказать, что Валентина Гунина участвовала в жизни и развитии шахмат в этом городе? Ну, чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Какой-то вклад мы оставили, вот, прям, да? Да, то есть как бы, я больше, знаешь, как бы являюсь, наверное, таким вдохновителем, потому что... Даже для школы Карпова, да, то есть там дети, родители смотрят, что это как бы можно, да, что шахматы все равно там что-то приносят, там, как бы и заработок, и что можно там развиваться, и там прочее, прочее. Вот, поэтому я надеюсь, что хоть что-то, потому что как бы у нас очень есть очень талантливые дети, да, то есть как бы, так что хочется пожелать, чтобы было все так, типа, вау. Мы за продвижение шахмат в регионах. Да. В какой момент ты почувствовала, что ты профессионал? Вот ты просыпаешься, и шахматы это не, ну типа сейчас получается, но пока не знаю, да? А вот я проснулась и, так, надо этот вариант повторить сейчас, подожди, где эта задача? О, вспомнила, блин, вот там вот. Ну вот когда произошел этот переломный момент? И слушай, вообще, а может, ты вообще не считаешься профессионалом? Может, до сих пор это хобби? Ну, мне в начале, когда я переехала, очень помог Ахметов Артём Замфирович. Артём Замфирович? Да, привет. Вот, на самом деле, он там, ну, всё делал папа, то есть по части комфорта все делала мама, когда я переехала, такая, блин, ребята, как готовить? Типа, блин, сосиски у меня не получились. Я такая, черт. Макароны я до сих пор там у меня не получается. Я такая, черт. Короче, и сейчас, когда брат переехал, я такая, типа, сготовь мне пожрать, короче. Вот, и, ну, в общем, да. А Артём Зафирович такая, типа, мне надо к врачу. Он такой, ну, как бы, да. Я такая, что делать-то надо? Он такой, ну, смотри, записываешься к терапевту. Я такая, терапевт, это кто? Ну, то есть он мне там показывал, что-то там, знаешь, там, типа, а как там звонить, договариваться давай? А как там, что делать, короче? Он такой, ты откуда? Я из Мурманска. Ну, в общем, какие-то такие прикольные вещи были. Или там... Как бы все время, я говорю, все делал папа, и поэтому, когда там, типа, надо было ехать в аэропорт, я такая, типа, а что надо делать, как надо регистрироваться? Она такая, о, надо подойти, знаешь, там, на стойку информации, они мне все расскажут. То есть первое время было такое, а потом уже нормально все стало, как бы более-менее. Я попала потом в сборную, как раз матч с Россией-Китай был очень популярный, сейчас он популярный. И тогда, когда ты попадал, я там, я в 2008 году первый раз попала, спасибо
Дахаяну. Вот, и он как бы там типа заметил, что я там талантливая чика приехала на район Москвы, так. Вот, и на самом деле было вообще прям очень круто. То есть, по сути, в 2008 году, да, я попала, да. Получается, было 19, да? И мне дали там шанс. И тебя пустили в сборную. С кем ты тогда играла в команде? У нас еще была Марина Кусева. А вот, естественно, сестры Косенцевы. Саша, и Саша, да. То есть Саша там играла там с 14 лет, тогда еще как бы началась, она рассказывала, то есть молодежная, да, сборная там, и прочее. Вот она там, мы все зовем ее ветеран нашей сборной. На самом деле я посчитала, там были 12 лет в команде, такая, ё-моё. Вот, и да, в 8-м, и получается, что я попала в сборную, и оказалось, что я, блин, все сырое, просто все сырое, то есть такая, знаешь, такая зелень просто там как бы. В дебютах все очень плохо, там, а белыми надо получать преимущество, да? А я белыми с дебюта выйти не могу. Пытаюсь, да, по крайней мере. А черными? Ой, извините. То есть это, знаешь, меня часто там спрашивают насчет дебюта, я там, подождите, ребята, я там всю детство пыталась вылезти из Ж, которую я получала, а потом начинала, почему там, типа, ты так хорошо умеешь крутить? Ну, потому что, блин, понимаешь, потому что ты сначала получила, а потом знаешь, что делать, да? Начинаешь, как бы, там, что-то подкручивать, подправлять, там, подвинчивать, вот, и, как бы, вот такие дела. Ну, и получается, что вот в 19 лет уже Валя профессионал. Угу. Что поменялось на тот момент в жизни? Поменялся ли твой подход к занятиям? Что ты начала делать? То есть Ахметов сколько не бился, да, то есть у нас есть шутка, типа, блин, если ты видишь, что до 30-го хода у тебя не сделана маркировка, значит, что-то пошло не так. Ну, то есть какие-то такие, знаешь, интересные вещи, то есть он так смотрит, блин. А то есть если тебя лишили на 5-м ходу рокировки, то, ну, извините, Артур Зафирович, так получилось, да? Да-да-да, он мне такой, вначале такой, как бы, в таком шоке, типа, ну как, ну ты же профессионал, у тебя должны быть какие-то вещи прямо от зубов отскакивать. Я такая, да. Ну, в общем, короче, оказалось очень много всего нового. Я помню момент, когда я с первого курса сдружилась с Аней, ты, наверное, знаешь, она вообще консула, сейчас она уже не консула, она переехала в Канаду, вот, там с мужем, с ребенком живет, вот, но мы с первого курса с ней дружим, и я помню, просто Аня там ломилась ко мне, даже в воскресенье, значит, мне потом уже с конца третьего вроде разрешили, или с конца четвертого, я уже не помню, жить в однокомнатной, вот, потому что все-таки заниматься, когда, знаешь, тебя спрашивают, там, соседка, а что ты делаешь, а что это такое, вау, типа, фигурки, да, вот, и я потом такая сижу, занимаюсь, ну, там, Ахметов уже, там, через какое-то время, знаешь, уже, там, какой-то год ты занимаешься, он такой, типа, ну, наконец-то начала сама заниматься, ура, вот, знаешь, там, я сижу, занимаюсь, там, начала книги читать, и мне как раз, я в то время прочитала «Вагонь атаки» про Талина, и я такая, вау, если не читала, обязательно в общем, почитаю. Все понятно, вот здесь, вот здесь и запахло, да? Да-да-да. Я такая, о, так это ж вроде что-то мое похожее, и, в общем, потом там всякие позиционные там и прочее. Вот, и Аня такая стучалась ко мне в воскресенье, такая вечером, типа, пойдем, потусим, давай погуляем, что ты делаешь? Я такая, Аня, отвали, занимайся. Она такая, ты что, с ума сошла? Почему так вот было? А потом уже, знаешь, когда, ну, когда ты в сборную попал, да, то есть, ну, как бы там, сейчас у нас вообще там круто, то есть у нас там и доктор команды, и массажист, там, и там три тренера, там, да, которые еще сами играют. Вот, и, в общем, у нас все круто. Вот, а школа Карпова, которую я потом уже как бы, как они тогда, как технически я не очень понимаю, то есть, тогда это все было завязано, то есть РКСУ и школа Карпова, там, они там или сотрудничали. Как-то, тогда же еще вроде здание школы даже в другом месте, да, было, там, тоже там, на Беговой, но... Да, вот у Костева там кафедра шахмат, да, и вот в РГСУ, то есть он у меня в дипломе, как бы две специальности, я социальный педагог и организатор шахматной игры, что бы это ни значило. Организуешь мне шахматную игру? Да. Вот, но на самом деле, да, то есть он там создал кафедру, вот, и приглашал таких, как я, давали место в общежитии, вот, и как бы дальше продвигали, то есть там несколько, с нами занималось несколько преподавателей,
была история шахмат. Было судейство, которое я Ахметову сдавала. Блин, судейство, мать моя женщина, это был просто кошмар всей моей жизни, понимаешь? Я до сих пор не могу, как бы, у меня, причем даже стыдно, потому что у меня ты папа... Ты умеешь фиксировать трикратно? О-о-о, у меня папа просто умеет делать жеребьёвку на карточках, понимаешь? На карточках. На карточках, да? Тогда же это все было в карточках, это же сейчас, то есть там с программой. Потом, как бы, естественно, его и сейчас приглашают делать, как бы... жеребьёвку на программе. Скажу спасибо, что я знаю, как бы, по круговой системе, как это приблизительно делается. Ну, типа, сначала посчитали первый с этим, второй с этим, а еще мы знаем, что в суперфинале, если вытащил седьмой номер, то у тебя все чередуется. Вот и все, да? Больше и первый вроде чередуется. Все, да? Вот все наши здания. Потом я несколько раз путала, да. Как приходила там другим цветом играла, ну это ладно, как бы. Вот. Ну, знаешь, есть такие прикольные вещи. Допустим, я не умею считать, что типа, ну как, плюс-минус. Да, то есть я знаю, что там за карту, там это прибавляется пол очка. Там. И я когда спрашиваю ребятам, типа, как сыграл, плюс 5, я такая, а это можно в очках? Вот в очках, да? Можно в очках, да. То есть, как бы, у меня есть вещи, которые, ну, я вообще не понимаю. То есть брат, когда переехал ко мне, вот он третий год у нас, и он такой, типа, ну как? Я говорю, слушай, ну есть вещи, которые я вообще не могу делать. Ну, я их не понимаю, я даже не могу, как бы, сосредоточиться посчитать на этом. Плюс 5, сварить макароны, да. И... Что входит в наш топ-3? 2+2 я могу. С трудом. На самом деле, да, что-то как-то у меня с математикой не задалось. Там, в общем, ну, это ладно, это опустим. Топ-3, ну, технические какие-то вещи. Слушай, блин, вот если не брат, то оплатить канал платный с ужасами, как бы. Он там типа, ну слушай, ну ты заходишь там на сайт, там, вот там. Карты туда-сюда, слушаю, говорю, чувак, можешь оформить, пожалуйста? Вот и у меня есть, как бы, вначале там, слушай, давай там, я тебе объясню, там, это самое, как потом с компьютером, там, устанавливает мне программу, там, слушай, говорю, вот ты у меня есть, и вот тебе компьютер мой, делай все, что хочешь. Он такой, ладно, я понял. Так что вот, вот так вот, такие дела. Я думаю, что если мы с тобой будем говорить про все твои победы, да, и, окей, помимо побед есть еще и поражения, да, то есть, но все равно в твоей карьере было очень много значимых моментов, и олимпиады, и чемпионаты мира, и множество разных турниров, которые все же запомнились, да, в этой жизни. Оставили отпечаток. Да. Расскажи про самый счастливый момент в твоей карьере. Слушай, командные, вот командные это просто... Вот такие вот эти моменты в Трамсё, да, в Стамбуле, то есть у нас такие прям, вот я вспоминаю, да, это прям мурашки, потому что там, как бы, да, в команде Наташа Погонина, вот, ну, то есть, как бы у нас сейчас команда меняется, да, то есть понятно, что кто-то остается, кто-то там не дотягивает по рейтингу, вот Оля Гиря у нас играла тоже. Тоже пока, то есть мы выбываем, да, то есть я там какой-то один раз не играла. Это же надо было 2500. Вот, но остаются такие прям классные моменты. Ну вот давай, вот самый вот... вот ну у нас просто... Знаешь, разбиться в лепешку, пережить еще раз. У нас просто... Ну, знаешь, команда это всегда гиперответственность. Конечно. Потому что это же, блин, это же деньги, которые ты можешь заработать, а если там ты четвертое место, то ты вообще мимо всего. Да? То есть ты там месяц там в этом, там две недели там... На сборах, там, на сборах там, да. Потом еще что-то. Ну вот Тромсо, да, когда Филатов у нас появился. Это 14-й год, да? Да, это 14-й год. Там просто было все просто. То есть мы всегда живем в крутых отелях, да, то есть когда спрашиваешь у других федераций, да, то есть у нас, что бы ни говорили, для сборников это просто вот всегда шик. Потому что ты, во-первых, живешь в одноместном, да, всегда. То есть некоторые команды даже не могут позволить себе одноместное, да, то есть та же Германия, они все равно живут вдвоем, потому что, ну, блин, денег нет, да, тупо. Вот, а у нас всегда и поддержка, то есть мы всегда и в хороших отелях живем, и чтобы место было, да, близко к месту игры. Вот, поэтому то есть грех жаловаться. Потом и стали... Как, она не совсем зарплата, да, это как бы это как считается премия. Ну, не премия, а как она там, как правило. Гонорар. Каждый месяц. Ну, типа зарплата. Зарплата. Да, вот.
То есть самая-самая крутая поддержка, наверное, все-таки у нас. То есть там Китай, да, у Индии это все-таки больше спонсоры. Вот. Поэтому, типа, я. Ну, то есть мы можем сказать, что сборную России поддерживают действительно на уровне, да, на очень хорошем. Да, вот именно сейчас, да, с приходом Андрея Васильевича стало прям вот, вот реально круто. Потому что... Как похорошила Федерация шахмат России при Андрее Васильевиче, да? Да, да, да. Вот, у нас потом еще форма появилась. Ой, ваши эти там платьишки, эти пиджачки, это, конечно, красота. Туфельки, сумочки. Да, да, да. Ну вот, и, блин, это, конечно, жесть как бьет по твоему здоровью, эмоционально было, потому что, блин, ну вот ты... Особенно если ты проигрываешь, что ты делаешь вот такое вот, блин, вот в команду, ты такой, а, черт, все, и там головой об стенку такой, блин. Ну, потому что гиперответственность, да. А с другой стороны, все эти моменты, которые ты с девчонками проживаешь, блин, это вообще класс. А, личные проще, потому что что-то такое сделала, и такая, ну, блин, да. Жалко, конечно, тренера, но он и так уже там лысый седой и прочее. Типа, лучше ищите тренера лысого сразу, да, чтобы нечему было выпадать. Ты думаешь, почему, да, Сергей Владимирович Рублевский коротко стрижется? Мы на эту тему всегда ржем, потому что как бы, он такой, я не за вас, мы такие, но. Как бы, когда уже выпадать нечему.